Всем привет, с вами Темный Ниндзя и заметки Apache Mira 4. Итак, сервера ушли на техработы. У нас сейчас немножечко, видите, видоизменили расписание. У них праздник в Корее. Лунный кролик или как он там правильный у них. Поэтому у нас на четверг перенесли со вторника. И у нас будет немножечко короткая неделя. Следующие техи будут 30 с 29 на 30 сентября. Так что будьте к этому готовы. Итак, давайте посмотрим, что у нас будет добавлено. Новое событие, расширенный потенциал и новое внешнее оборудование. Итак, событие — 7-дневная отмечалка. Это понятное дело, что у нас такое. Магазин по обмену пилюль Божественного Дракона. Это мы с вами будем выбивать пилюльки, так как у нас две недели эти сокращенные получаются. Немножечко. Мы с вами будем выбивать не 1000, а по 1200 в день. Это надо знать, а то вы так вот набьете 1000, на чем-нибудь отвлечетесь и подумайте, что набили. А нет, 1200 будем набивать. Так, это мы посмотрим в игре, что мы там можем поменять, на какие награды. События счастливые Пиджи — это у нас с вами Хрюндик, как всегда, с голдой. В этот раз это событие за потраченную голду. То есть все, что мы покупаем в магазине за голду, это нам идет в списочек в наш с вами. И чем больше потратим, тем лучше получим награду, соответственно. Итак, расширенный потенциал. Теперь у нас на 3 уровня увеличится потенциал. То есть базовый был 3, обычная маленькая точечка, да, станет до 6 уровня. Первый этап до 7, второй до 8, третий до 9 и пассивный тоже до 9. То есть это основной этот скильчик, да, к которому мы типа с вами стремимся. Так, тоже глянем в игре, что там как вообще. Может быть, по количеству книг будет меньше, а может, наоборот, более крутые книжки, и типа там нам вообще где-нибудь в третьем этапе с 8 на 9 надо будет вообще золотую книжку уже тратить, да. Этого мы, конечно, с вами, естественно, не увидим, потому что надо это все прокачивать. Ну, посмотрим по количеству как и что. И у нас с вами новая внешняя вот такая вот одежоночка. Мишки-мальчики, кролики-девочки. Все. И сзади вот такой вот мишка, кролик. И в принципе все. Ну, тут, естественно, да, немножечко изменили призыв легендарного духа, да, он должен был быть до 1 октября, а будет до обновления 30 сентября. Ну и прочие внутриигровые очепяточки. Такая вот обновочка. Увидимся с вами уже в игре. Надеюсь, видео будет кому-то интересным. А с вами был Темный Ниндзя. До новых встреч и пока-пока.